с помощью инструмента лассо мы можем рисовать нашу выделенную область. С помощью инструмента лассо можем рисовать периметр, просто нажимая левую кнопку мыши, не зажимая. Видите, выделяет с двух сторон. Для того, чтобы увеличить область выделения, нужно зажать клавишу Ctrl и средней кнопкой мыши прокручивать вперед. Если назад, то будем снимать выделение. Давайте снимем выделение. Нажмем Ctrl-Shift-O и удалим наш объект. Откроем объект сфера. Давайте поднимем сферу вверх. Концепт. Нажмем S английскую. Я вам хочу показать инструмент симметрии. Если мы нажмем на вкладочку, вот появилась такая полосочка по всему объекту. Видите, уже у нас получается два браша. Вот таким образом мы можем выделять. Для удаления части объекта необходимо выделить область. Edit и Erase. Таким образом удаляется выделенная область. Можем тут поиграться с настройками. Чтобы удалить выделенную область, можно нажать кнопочку Delete. Либо просто Edit, нажать Discard, Delete X. Еще есть полезная функция под названием Reduce. Если мы выделим область какую-нибудь, Edit, нажмем Reduce, таким образом мы можем оптимизировать либо наоборот умножать полигоны на выделенной поверхности. С помощью Remesh перепросчитывается структура сетки выделенной области. Extrude означает выдавить. Экстракт означает извлечь. Таким образом оно извлекает. Offset сдвиг. Почти то же самое, что и экстракт. Ну, таким образом копирует.
А таким образом она рождается. Прям как чужой. Tube handle. Ручной тюбик. Unknown. Давайте добавим сцену объект. Пускай сфера будет. Объединим наши объекты. С помощью tube handle я собираюсь объединить эти два объекта. Таким образом соединили. Для того, чтобы вам показать значение функции Bridge, необходимо выделить область и удалить ее. Затем выделить ее края, определенный сегмент, Edit и нажать Bridge. Таким образом создается мост.